Загнала проц до 44 Гц. Вот как видим. Не сильно разгон на самом деле для этого процессора, но пока что так, дабы стабильность системы была, да и вообще куда выше, как бы зачем выше. И заодно заменил лого. Сейчас посмотрим. Посмотрите. Комп вырубился. Сейчас запустится. Извиняюсь за голос, как бы заболел. Печалька. Все, комп запустился. Сейчас смотрим лого. Давай. Оу, oh, yeah. Это того стоило. Супер. Просто найс. Nice.